Автобиография Папы Римского Франциска, в которой раскрываются неизвестные подробности личной и церковной жизни понтифика, поступит в продажу 19 марта. Отрывки из книги, которая называется «Жизнь. Моя история в истории», уже появились в некоторых итальянских СМИ. 87-летний понтифик делится впечатлениями по поводу важнейших исторических событий, пишет, что в молодости у него была невеста, но в итоге он предпочел церковь браку. Ожидается, что в мемуарах он прольет свет на некоторые противоречия внутри Ватикана.